Сегодня мы с вами пойдем на очень крутые заброшки, в которых живут настоящие привидения. Там какой-то проход. Да, лучше не лезть, мне кажется. Ребят, просто посмотрите, какая тут жесть. Блин, так рано, походу. Слышишь, что это такое? Вдруг серьезно здесь привидения живут? Проверь, что это за шипение странное. Это шутка, что ли, какая-то? Соня, ты где? Привет, моя эльфиата! Всем привет! Всем привет! И вы снова смотрите канал очаровательного эльфика под именем Квинита. В общем, сегодня мы пришли искать Соню, потому что ее уже несколько дней нет, ее ищет полиция, и никто не может ее найти. Она пропала вот на том месте, и мы сейчас пришли сюда и будем ее искать, вообще осматривать это место, потому что нам кажется, что здесь происходит что-то паранормальное, и исчезла она не просто так. Поэтому вот мы сейчас пойдем и будем смотреть вообще, что происходит в этой башне, что вообще происходит на этой территории. Что там? Там стекло разбилось. В каком-то. Подожди, что это такое? Иностранное. Что это? Пас от Киендра. Чё? Кажу. Чё за фигня? Сонжа. Иностранный язык, что ли? Что я не знаю, посмотри, что это. Вас ос. Вы это слышали? Что там происходит, а? Может быть, мы здесь не одни ходим? Странно. Тут перевернутая вроде бы... А, английская. Стри. Пас. Что, пас, ты вернем? Пас, пас, кием. Слушай, а давай откроем переводчик и попробуем перевести. У тебя есть переводчик на телефоне? У меня вроде бы есть. У него вроде бы есть. Давай, давай, давай. Что это может значить? Вообще ни хрена не знаю. Какие-то еще стрелки непонятные. Сфоткай, попробуй перевести. Кто-то стекла бьет. Иди проверь, что там. Только, пожалуйста, не читай, как Соня. Перевел, смотри. Вернем Соню, если вы пройдете 13 испытаний. Блин, кто это мог написать? Что за бред? С этим никого нет, почему? Очень все это мне не нравится, если честно. Может, мне это нравится. Стоп, а с той стороны разбилось. Смотри, там что-то какое-то зеленое. Подожди, где? Вот. Еще одна бумажка, серьезно? Так кто-то издевается, что ли? Стрелка. Стрелка. Так, давай, наверное, будем собирать эти бумажки. Может, усмотрим, что намятая какая-то. Сзади ничего нет. Когда шли, ее ведь не было? Видимо, нет. Как они так быстро появились? Либо мы просто прошли. Magic. Может быть, мы не заметили? Видимо, нам надо идти куда-то туда. А интересно, что за 13 испытаний? Зачем? Зачем ты, блин, издеваться над нами? Я проверю. Иди. Так, окей, хорошо. Держи пока что бумажки. Смотри, смотри. Опа, еще одна. Смотрите, ребят, еще одна бумажка. Еще одна стрелка. И она показывает идти вот туда. Прямо? Да. Братан, мы еще одну бумажку нашли. Она показывает идти туда. Ну, пошли. Что там за шорохи, а? Там будто кто-то ходит, я там только что был там. При мне даже шорох. Давай. Господи, может, это вообще какая-то... Я не знаю, что вообще в этом месте... Так, слушайте, бежим отсюда. Мне это вообще уже не нравится. Блин, если честно, стрёмно как-то здесь ходить. Стрёмно, потому что могут чувствовать просто охранники выбежать с холма. Ну, а здесь пропала наша Соня. Мы не понимаем, куда она вообще пропала. Да, она просто как будто бы ее вообще нет. Слышали, кто-то ходил? Я не знаю, может быть, это там ходят? Там же горки, парк развлечений. Ну, там всё-таки... горки, но именно на траве, знаете, такой? Вот так вот, как будто кто-то проехался. Я не знаю, я уже, честно говоря, ни на что не обращаю внимания, потому что мне сейчас на самом деле самая важная цель — найти Соню. Мне подожди, уже все равно, что вокруг ты происходит. Видите, там каменный такой колодец? Каменный колодец? Видите, как такое углубление? Да. Что там? Да, мы там в бумажку. Так, надо как-то здесь перелезть так аккуратно. Тебе помочь? Нет, там ничего нет. Нету? Нету. Короче, было написано идти просто прямо. Значит, там нужно идти прямо, значит, здесь ничего нет. Иначе было бы как-то... Здесь бы были даже какие-то подсказки. Значит, если здесь их нет, значит, нам нужно идти прямо. Что там за шуршание? Я не знаю вообще, что здесь. Какая-то паранормальщина здесь происходит. Давайте побыстрее сейчас найдем все бумажки. Да вот именно. Знаете, какой-то с нами дух решили поиграть. Я вообще здесь чувствую чье-то присутствие, если честно. Мне вообще, знаете, страшно. Так, давайте идем сюда. Вы видели, бревно упало. Блин, мне уже страшно. Все, пойдемте отсюда. Я вообще боюсь вот эту всю фигню, потому что я в это верю, и мне на самом деле очень страшно. Так, что, еще одна бумажка? Прямо? А как бы... Прямо, типа, как это? А прямо это куда? А... Нам что, идти туда, что ли? В смысле, а как мы туда пойдем? Что это такое? Какие-то... Координаты? Координаты, что ли? Блин.
Что там происходит? Пошли отсюда. Так, это... Подождите, какие-то координаты. Ребята, давайте, наверное, уйдем лучше с этого места и потом посмотрим, что это такое. Ну, походу, это какие-то координаты и какое-то слово. Так, что это может быть? Ну, на английском, но оно какое-то... Ити... Фарч... Нет, стой. Граффити. Граффити? Наоборот, прочитай. Граффити? Да, это граффити. Типа, а что может значит граффити? Это сейчас. Пентагон. Подождите, и... сейчас, подождите. Да, это вот, смотрите, типа, вот, пентагон. А, да, вот, пентагон. Да, да, да. Вот. А вторая, подожди. Вот консоль, и вот, смотрите, вот, указала, вот, пентагон. Блин, пипец. То есть одна пентагон, да. А другая дельфинарий, да? Да, возле дельфинария, да, я была права. Я неподалеку от дельфинария. Я знаю эту заброшку. Я раньше туда ходила. Так, вот, ну что, давайте. Друзьями. Все, пошлите отсюда. Ладно. Да, пойдемте. Там надо найти граффити, получается, да? И там, и там. Видимо, да, я не знаю. Мы с Дашей пришли на заброшенное здание, которое было написано на листочке с координатами. Возможно, кто-то вообще прикалывается над нами. Но мы решили все-таки приехать на эти координаты и посмотрите, что это за заброшенное здание. Я очень хорошо чувствую атмосферу, и здесь она мне вообще не нравится. Поэтому давайте прямо сейчас ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал. Ну и мы пошли смотреть, что же находится вот там. Сейчас идем. Вот здесь такая лестница какая-то вообще маленькая. Да. Какие-то лестницы прям такие огромные. Туалет. А, типа там туалет, да? Под кустик. Так, Даша пошла куда-то туда. Чего за дверь? Блин, так стрёмно здесь. Да, она зарыта, короче, камнями какими-то. Непонятно, что вообще есть здесь. Что здесь есть какая-то лестница, мы сейчас, наверное, пойдем туда. 29-6. Чё это? День рождения 29-го. Серьезно? Да. Охренеть, да, точно. Блин, слушай, может быть, этот знак какой-то? А вдруг? Офигеть, мне вообще это не нравится. Мне тоже что-то не нравится. Давай решаем, или мы идем сейчас на второй этаж, или мы идем вот туда. Давай сначала на второй, а потом уже туда пойдем. Хорошо, тогда идем на второй этаж. О, господи, ребят, мне так почему-то страшно здесь. Мне вообще это место не нравится. Странно, здесь тупик, походу. О, опа, чё? Куча какого-то мусора. О, смотри, там какой-то тазик стоит. Может быть, может быть, кстати. Давай посмотри. Я не буду туда лезть, потому что мне, честно говоря, страшно. Смотри, что там. Там пусто. Пусто? Да. Ладно. Так как мы на втором этаже ничего не нашли, мы решили прийти вот сюда, вот в эту часть. Здесь вот такой вот замечательный забор. Я не знаю, что здесь, какие-то разбитые бутылки, сигареты, в общем, ничего необычного. Стекла разбитые, почему-то здесь много стекла прям с этим. Да. Такое-такое, здесь очень много. Ну, забор закрыт, потому что он припаяли. О, какой-то фонтан, идем туда. О, там еще какие-то... Подожди, давай лучше сюда сначала пойдем. Там какое-то убежище бомжей, или я не знаю, что это такое. Походу, реально здесь какие-то бомжи живут, посмотрите. Это под ветер. Я надеюсь, нет. Ой, там какой-то канат. Пошли лучше нахрен отсюда. Так, ребят. Вот мы на обратном пути зайдем. Угу. Короче, мы уходим отсюда, потому что мне уже здесь не нравится. А себе. Стекол очень много. Капец. Чё тут за... Ну, походу, за какой-то заброшенный фонтан. Кто-то ходит, походу. Слышишь, там кто-то вот шелестит, что поделать. Да, кстати. Здесь ничего. Что такое? СМС пришла. Чего пишут? Отлично, вы выполнили свое задание. Вы пришли типа на это место. Теперь вам надо прийти на Пентагон. На Пентагон? Да. Да они издеваются. Еще на Пентагон, блин, тащиться, пипец. Пентагон, это вот там. Эта заброшка, на самом деле, реально популярна. И там очень много происходило убийств. Блин, жесть. И она еще находится рядом с моим домом, пипец. Я не знаю, что, короче, делать, а зачем, вот, я не понимаю их логику, зачем нам было тащиться сюда, чтобы потом нам написали смс-ку, что надо идти на Пентагон. Я не понимаю смысл вообще. Значит, мы увидели ту дату, они отправили эту смс-ку почти сразу после того, как мы увидели ту дату, и все. Значит, все. Значит, нам уже нужно идти на Пентагон. Все, короче, пошли, потому что мне, честно говоря, уже не нравится в этом месте, вообще мне здесь находиться. Ну, а что нам делать? Короче, ребят, мы сейчас уже подошли
к Пентагону. Вот, вместе с Дашей. Страшная заброшка, которая происходит кучу. На самом деле, я здесь была уже тысячи миллионов раз, поэтому я уже здесь ничего не боюсь. Я здесь каждое местечко знаю, так что я не знаю, что там вообще нас может ожидать. Хоть я там была несколько раз, но, знаете, как будто это место знаю, не знаю, тысячу лет. Мне тоже как-то по барабану что-то. Блин, я надеюсь, что мы Соню хотя бы здесь найдем, потому что я уже просто не знаю, блин, зачем они это делают, зачем они просят нас ходить, вот вообще, вот в это, вот во все. Реально, они прям, знаете, нас посылают, идите в ту сторону, идите в другую. И так они будут каждый посылать, пока мы не пойдем весь город. Ну, вроде здесь никого нет, хотя мы там с другой стороны видели еще людей, потому что эта заброшка является самой, наверное, популярной в Евпатории, ну, в нашем городе, в котором мы живем. И да, сюда практически все ходят. Кстати, а что был за номер? Он вообще был крымским? А там был набор цифр или что-то вообще там было? Набор цифр, просто тупо идет цифры, наверное. То есть вообще без плюса, без ничего? Без плюса, без минуса, без всего. Очень, без на самом деле, странно. Вообще существуют такие номера? Нет. Мне страшно сюда идти. Достань фонарик. Хотя бы, потому что сейчас очень темно. Просто уже темнеет, уже 8 часов вечера. 8. Уже пошел. 9 час. Пипец, ребят. Уже просто очень поздно. Мы сюда приперлись. Да вообще здесь может. Блин, капец, ребят, здесь уже очень темно. Мне страшно. Знаете, когда я днем сюда ходила, здесь не так страшно, а вот в такую темень сюда идти реально страшно, пипец. Там, короче, написали они, идите на крышу. На крышу Пентагона? Да. На крыше хотя бы там светло, еще не так стемнело и... Да, выключаю, потому что нужно экономить зарядку на телефоне. Мало ли, что с нами вообще здесь произойдет. В общем, ребят, мы забрались на вот эту вот тупую крышу. Кстати, закат здесь, в принципе, красивый. Но сейчас нужно думать не о закате, а о Соне. Потому что мы сейчас больше всего переживаем за нее. Очень страшно. Во-первых, она наша подруга. Она моя одноклассница. Она ее подруга. Это реально просто страшно. Ой, блин. Ты слышишь? Там какие-то странные звуки. Чего, опять? Да. Что пишут? Типа, зайдите в то место, где доносятся крики. Туда, что ли? Туда? Там же... Да ну нафиг! Нет! Чё? Короче, я не буду... Я... Давай просто туда заглянем. Блин, крики все усиливаются, мне страшно. Просто заглянем туда и уйдем. Там идет просто тупо лестница. Она еще и оборвана. Жесть, ты слышишь это? Мне же даже страшно тут войти. Тебе не кажется, что там голос Сони? Сонь?